Привет, бро! Как дела? Ищешь, как сделать сервер в Don't Starve Together на больше, чем 6 человек? Да 100% ищешь, раз ты смотришь этот видосик. Поверь, ты попал куда надо. Досмотри данное видео до конца, ты узнаешь, как без каких-либо созданий папок, копирований, скачиваний каких-то там непонятных программ, скачивания со Steam'а дополнительных программ для серверов. Не нужно этого всего делать. Поверь, это все делается очень просто, с помощью одного обычного мода. Я сейчас тебе все покажу. А пока не забудь подписаться на канал и поставить лайк, ведь я знаю, что я реально тебе помог. С вами Безумный, мы начинаем. Поехали! Посмотрите, ребят, на эту красотень, нажимая «Создать мир». И сейчас я создам мир на 64 персонажа. 64, дружище, да у меня даже друзей столько нет. У меня 64 зрителя даже на стримах не собирается одновременно. То есть ты сможешь играть просто со всем своим районом. Друзей, естественно, если они у тебя есть. А если нет, то... Ссылочка на мою страницу ВК и Инстаграм есть в описании. Подписывайся, добавляйся в друзья и играй вместе со мной и моими зрителями. Мы всегда очень рады новым людям, так что если у тебя лицуха, то залетай и давай играть вместе с нами. Ссылка в описании на мою страничку ВК. Пиши мне, я буду очень рад. Смотрите, ребят, 64 персонажа. Не верите? Давайте мы создадем. Создаю игру. Нажимаю создать, и сейчас вы увидите, что все работает. 64 персонажа одновременно. Не верите? Я сам не верил. Отвечаю, сам не верил. Сам искал на ютубе, как сделать этот сервер. Нигде ничего не мог найти. В итоге решил снять для вас видосик. Раз нет, значит, нужно сделать. Кто же, как не я? Подождем, пока создастся мир. А пока он создается, я покажу тебе этот мод. Ссылка на этот мод будет в описании. Кстати, мод очень классный. Мне очень он понравился. Называется More Players. Спасибо моим зрителям, которые мне его посоветовали. Потому что на ютубе я искал и не нашел вообще ничего. К сожалению, не нашел. Не знаю, почему никто еще ничего не снял. Но вот мы сделаем это. Тебе нужно будет просто подписаться на этот мод. И все. А если у тебя пиратка и ты не знаешь, как это сделать, то посмотри видео по ссылке в описании, как добавлять моды на пиратские версии. И смотрим, ребят. 64 игрока. Давайте выберем любого персонажа. Возьму Вормбуда, которого я только недавно приобрел за нитки. И игра запустилась. Ничего не лагает, не выкинуло меня. Все нормально. Как видишь, один из 64 персонажей. Это очень круто, и можно играть со своими друзьями, с целым своим районом. Давай же я покажу тебе, как включить данный мод, чтобы ты мог реально сделать, как я, 64 игрока. Потому что вначале, даже если ты скачаешь мод, я скажу тебе сразу, у тебя все равно будет 6 игроков. Нужно будет сделать настройки, а точнее просто активировать данный мод. Тебе нужно будет зайти, сейчас я покажу куда, нужно будет зайти в раздел моды и там активировать данный мод. Показываю тебе, я его деактивирую, чтобы ты увидел все же изменения, какие будут происходить с модом и без мода. Ну а пока нужно подождать, ребят. Еще раз скажу, что все ссылки будут в описании. Я буду очень рад, если вы на меня подпишетесь на мой канал, поставите лайк обязательно, напишите комментарий, напишите мне в личку, если у вас какие-то вопросы возникли, я с удовольствием на них отвечу. Мои зрители не дадут мне вам соврать. Ну что ж, а мы пока что ждем. Итак, вот у нас включилась игра, мы нажимаем «Играть». После чего ты заходишь в раздел «Моды». Не забывай, что ты должен подписаться на мод в описании, ссылочка будет. Вот мои моды серверные, а тебе нужны клиентские. И здесь есть мод More Players. После того, как ты на него подписался, он здесь отобразится. Я снимаю галочку, тебе же ее нужно будет поставить. Не забывай, дружище, поставить, не снять. Я снял, нажимаю принять и хочу показать тебе разницу в том, когда мод активен и когда он деактивирован. Скажу сразу, что количество игроков на сервере будет всего лишь 6. Ты это прекрасно знаешь, но я хочу тебе это показать, чтобы ты видел, что это видео реально качественный контент. Не какая-то туфта, где я просто заливаю тебе воду в уши. Я все реально показываю на примерах. Смотри, я удаляю этот сервер, который мы создали только что. И создаю новый. И как видишь, здесь только 6 игроков. К сожалению, я долго, очень долго искал решение и нашел его. Сейчас я с тобой им поделился. Если тебе это видео помогло, а оно тебе реально помогло, я уверен на все 100%, то поставь, пожалуйста, лайк, напиши комментарий, хэштег помог, хэштег спасибо, хэштег лучший, хэштег топ и так дальше. То есть, чтобы я был уверен, что тебе видео помогло. И если можно, то несколько приятных слов о моем канале.
Не забывай поделиться данным видео с друзьями, ведь возможно они тоже ищут, как сделать сервер на большое количество игроков. С вами был Безумный ТВ. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Все ссылки в описании. Пока-пока.